Я рад приветствовать, кто заглянул на канал, и давайте рассмотрим в этом ролике, как сделать симбу. Будем делать скульпции с альфа-6, а потом уже, возможно, в позу, там, тело поставим ZBrush. Еще хотелось бы сделать шрама, так что давайте по этой теме погуляем немножко. Погнали. По прошлым роликам давайте я подгружу уже готовую болванку. Как ее сделать, посмотрите в предыдущем ролике, это нало. И погнали вот с этого дела что-нибудь химичить. Так, поставим драф, включим клей, симметрия включена, и погнали как вот лепить. Пока наметками, вот здесь вот так все это дело поднакидаем. Придадим какие-то черты, похожие на симбу. И теперь гравом немножко шею раздвинем. Вот таким образом, чтобы видеть. Немножко прибавим скулы. Немножко вот так все это дело тут приподнимем. Поднимем задний чайник. Уши немножко можно уменьшить пока. Они ему большие не нужны. Ну вот пока в таком духе. Так, теперь ставим драф. Клей можно отключить. И немножко пройтись на уменьшенной интенсивности. Вот так вот поднабросать вот эти вот части. Вот именно вот эти вот. Немножко добавим в этой части. Shift, правая кнопка мыши выравнивает, зажатая Shift и колесико передвигает модель. Не забывайте. Shift выглаживает левая кнопка мыши. Вот так все это дело подгоняем. Наметим теперь давайте глаза. Вот так вот. Здесь вот тоже проведем борозды. Наметим нос. Здесь его нос немножко отобьем. Немножко сделаем наметку именно носа вот в этой части, потом докидаем. Ровная полоса проводим по центру и дугу делаем. Вот так вот. Немножко уменьшаем граб и приподнимаем вот эту часть. Немножко челюсть вперед вытягиваем. Немножко все это дело приподнимаем. Здесь чуть-чуть вытягиваем. Словом, придаем внешний вид. Так. На что будем обращать внимание? Во-первых, это именно скулы. Вот эти вот. Не скулы? Да, скулы, по-моему. Вот эту часть немножко приподнимем. Морда у него чуть-чуть длиннее. Мы ее чуть-чуть вытянем вот так. И челюсть тоже вытянем вперед. Немножко прибавим грудинки. Так, уши немножко надо шифтом их уменьшить, сгладить. Слишком большие. И они у него вообще ниже поставлены. Где-то вот тут. Вот так. Пока. Смотрим вот на эту часть. Ее можно именно выгладить вот этой вот кисточкой Flatten. Вот так. Немножко тут тоже поработаем флаттеном. Пока придаем именно черты, вот эти вот наметки делаем. Делаем немножко тут выглажку. И вот эту часть тоже выгладим. Вот так. Нижняя челюсть тоже должна быть мало-мало оформлена. Вот так мы сейчас чуть-чуть флаттеном пройдем. Потом подрегулируем. Так, ну и давайте глаза именно резкой кризисом пройдем. Здесь вот так. Интенсивность чуть-чуть можно уменьшить. Нос сделать чуть-чуть грабом пошире. Вот так. И вот эти части еще больше приподнять. Нос немножко тоже приподнять. Чуть-чуть туда оформить. И опять же резко намечаем вот эту часть.
чуть-чуть прибавить можно. Вот так ее вот отметим. Здесь сделаем выкрушку вот эту вот именно челюсти. И теперь попробуем чуть-чуть массы поднабросать. Вот так вот попышнее сделать. И вот эту часть заполнить тоже, где глазные яблоки. Вот так вот. Здесь шифтом чуть-чуть выгладим. Поднабросаем теперь нос. Вот так вот. Чуть-чуть здесь сделаем мягких тканей. Вот так. Что еще можно сделать? Здесь наметить полосу тоже. Наметить вот эту часть. Сейчас мы ее флатеном чуть-чуть придавим. Вот так вот дооформим. И немножко вот так вот все это дело сверху посмотрим и вытянем вперед. Вот так. Ну вот уже что-то. Как подбиться вот именно по референсу вот этому? Зажимаете shift колесико, подгоняете колесиком, прибавляете, и shift зажатый колесико вот так вот чуть-чуть можно подставить на персонажа. Так, кисть побольше, низ приподнимаем. Вот так, и вверх чуть-чуть морду вздергиваем. Так, разберемся теперь с задним чайником. Чуть-чуть его тоже здесь приподнимем. Смотрим, что да как, опять же. Порежем теперь глаза, чтобы уже персонаж был более-менее виден. Здесь тоже обрежем. А здесь включим драф, включим инверсию. И вот здесь вот немножко можно углубить вот эту часть, отделить нос именно от других деталей. Так, нос у него более ровный. Примечаем детали. Вот здесь вот чуть-чуть еще добавляем. И можно пройти флатеном. Чуть-чуть уменьшить интенсивность и вот так вот не спеша погладить. Так, нос у него более ровный. Вот эту часть нужно приподнять. Вот так. Смотрим сверху. Ну вот уже что-то вырисовывается. Опять же, чтобы делать лицо, давайте сразу наметим именно вот эту вот часть, волос. Как будем это все делать? Сначала без клея набросаем вот эту вот часть. Сюда вот ее прибавим побольше. Теперь мы ее Ctrl замаскируем. Вот так вот. Делаем Ctrl-I и попробуем все это грабом вытянуть. Тут уже симметрию отключить. Так, ну вот такой симба вырисовывается. Давайте добавим сюда сразу глаза, наверное, чтобы их видеть уже. А потом их уже в ZBrush можно будет убрать. Вот так просто поднакидаем. Сделаем кисточку поменьше
Теперь вот эту часть добавим. И уведем вот в эту сторону. Вот так. Теперь клеем вот эту часть немножко приплюснем. Вот так. И немножко, опять же, драйвом кисть побольше, чуть-чуть пухлости добавим вот этой части. Вот таким вот образом. Так, поработаем теперь с глазами немножко. Вот так все это дело здесь определим. Вверх протянем. И вот вы видите, что глаз теперь как вот показывает, как он должен быть, да? Нужно все это дело теперь именно вперед припадать вот так. А эту часть чуть-чуть увести. Вот так. Вот теперь уже более-менее что-то вырисовывается. Вот эту часть можно чуть-чуть подтянуть вниз. А эту часть сейчас немножко дооформим. Вот так, и вот эту часть верхнюю чуть-чуть на скос вводим туда, кверху. Вот так вот. И немножко добавляем пухлости. Таким вот образом. Добавляем теперь череп именно по лбу. Чуть-чуть расширяем сзади. Уши уходят, уменьшаются, шея чуть-чуть побольше. Ну вот где-то в таком духе. Теперь вот эту часть нужно потянуть вниз. Вот так. И эту часть чуть-чуть вот так сюда дальше вытянуть. Опять же, не забываем все это дело выглаживать. И немножко проходить платином. Вот так вот. Вот эту часть тоже можно чуть-чуть выровнять, выгладить вот таким вот образом. Так, вот эту часть тоже не забываем. Чуть-чуть ровности придадим. Не принципиально, но все-таки. Ну и теперь вот эту часть немножко округлить, подать вглубь. Немножко опять же флатаном тут поработать и немножко сделать вот так вот линию волос. Вот тут она будет. Вот эту часть между глаз нужно сделать пошире. Вот так вот. И немножко здесь вот так вот поработать вот с этой частью. Чуть-чуть увести. Где-то чуть-чуть кинуть наметку. Такое что-то получается. Теперь глаза подаем вперед. Вот так вот. Морду немножко припускаем. И вот эту часть немножко можно приподнять. Вот эту часть чуть-чуть увести еще вглубь. Вот так. А скулы сделать ему чуть подать вперед попышнее. Ну вот уже что-то. Теперь все это дело выгладим. Поработаем немножко вот с этой частью. Опять же, сплюснем все это дело и вот эту часть чуть-чуть на скос. Вот так. Вот таким вот образом. Ну и посмотрим сверху. Вот так чуть-чуть расширим.
вот эти части. Ну вот уже еще больше стал похож. Ну а теперь можно клеем кисть поменьше, интенсивность чуть побольше. И вот так вот где-то поднабросать. Накидать вот эту часть. Подкинуть вот здесь. Ну и подкидать вот эту челюсть. Так, что еще тут можно сделать? Вот эту часть можно еще дальше отвести. А вот эту часть грудь чуть-чуть еще вниз вот так припадать. Ну вот. Дали ему год. Ну и расширить вот эту часть. Пошире сделать. Рот немножко вот так увести в бок. Вот эту часть немножко еще приподать кверху. Скулы чуть-чуть ниже. Дальше. Глаза чуть-чуть вот эту часть посадить поглубже. И вот этот нос немножко приподнять. Вот эту часть чуть ниже, эту часть чуть-чуть пошире. И посмотрим, что тут с носом. Нос, вы видите, что уходит в бок. Нужно его именно вывести вперед. Чуть-чуть кисточку поменьше и вот так все это дело дооформить. Вот теперь с разных ракурсов все вроде нормально. Вот эту часть еще уводим. А вот эту часть чуть-чуть вытягиваем вперед. Так. Ну и немножко поработаем вот с этой частью глаз. Вот так ее вытягиваем. Эту чуть-чуть затягиваем. И получается уже неплохой Симба. Так, вот с этим глазом немножко опять же поработаем флаттеном. Так вот. И немножко докидаем массу вот сюда. Чуть-чуть шифтом выгладим. Добавим вот сюда немножко. И здесь вот эту часть чуть-чуть поднакидаем. Вот здесь вот так. Чуть-чуть выгладим. И добавим вот эту часть именно... Чуть-чуть вмятину и сделаем вот так. Округлость. Дооформим, наметим, что здесь будет проходить волос. Вот таким вот образом. И отобьем вот это ухо. Ухо слишком большое, нужно его еще уменьшить. Уменьшать можно также резкой. Вот так обрезаете. Часть сминается, вы ее выглаживаете и опять же сминаете.
Так, вот здесь вот так наметку сделаем. А здесь вот можно именно клей отключить и вмятину сделать. Шрифтом, опять же, не забывайте все это дело выглаживать. Ну вот, уже и уши определились. Теперь уши немножко подтянем вот сюда, вперед. Вот так вот. Здесь вот их опять выгладим. И кончики вот эти приподнимем. Вот эту часть чуть-чуть уведем вглубь, нижнюю. Поработаем теперь шеей. Это поможет флатам. Немножко его вот так вот дооформим. Немножко затылок даже можно захватить. И немножко вот так вот придавать форму уже обтекаемости. Чуть-чуть поработать с грудью. С этой частью тоже дооформить, выгладить. Тут подтянуть. Вот эту челюсть тоже нужно немножко подать вниз. Вот так вот. Все выглаживаем, делаем модель более прикольной. Так, здесь уже будет волос, вот в этой части. Вот здесь вот будет полоса, здесь будет чуб уходить. Так, что еще у него не так? Вот эту часть нужно, наверное, еще немножко приподнять. Так, вот эту часть чуть-чуть еще увести. Вот где-то так. Ну, и можно чайник чуть-чуть приподнять. Смотрим, чтобы он более-менее соответствовал полноте со всех сторон. Вот так вот. Смотрим сверху опять же глаза, чтобы они более-менее были правильно посажены. Так, ну и немножко чайник вот сюда еще приподнимем. Дуги эти вытянем. И вот эту часть тоже немножко подадим вперед. Во. Теперь что-то уже. Ну тогда вот эту часть нужно закруглить. Вот эту часть. Это поможет нам флатам. Вот так чуть-чуть ее сгладим. Смотрим вот на эту часть. И теперь флатен делаем поменьше. Заходим и вот эти части глазные тоже выравниваем. Вот так. Дооформим вот эту часть. И докидаем вот эту. Чуть-чуть шифтом. Вот так вот. И немножко резко вот здесь вот от глаза кинем. Вот так. Вот таким вот образом. Чтобы отделить вот эту часть, здесь идет вот такая штука.
Здесь идет мягкая часть, здесь идет уже скула, ее можно еще даже вот здесь вот докидать. Вот. И немножко вот это все дело вот сюда вот так вот подгладить. И немножко вот эту часть вытянуть вперед. Глаза немножко еще приподнимем. Во. Уши смотрим на каком расстоянии. Это чуть-чуть повыше их надо приподнять. Вот таким вот образом. Вроде что-то получилось. Выглаживаем. Вот эту часть уводим в бок. Сзади ушей намечаем отбивку. Вот так вот. И по вот этой отбивке чуть-чуть утягиваем. И выглаживаем вот эту часть. В принципе, ничего так получается. Так, наметим теперь резку уха. Вот так вот. А вот эту часть тоже обрежем и немножко, наверное, вдавим. Выглаживаем. Смотрим, что да как. Ну вот уже, в принципе, нормально. Так. Что еще с носом у нас не так? С носом у нас здесь Ctrl-Z. Если возвращаетесь назад и немножко интенсивность уменьшим, резку поставим, интенсивность уменьшим. И вот так все это дело здесь дооформим. Нос теперь надо чуть-чуть пониже опустить вот эту часть. Значит, надо ее докидать вот здесь побольше. Вот, вы видите, что нос более пухлый. И вот эту часть докидываем аж вот сюда. Выглаживаем и еще немножко докидываем. Подаем нос теперь вперед. Вот так. Вот эту часть приподнимаем. Вот эту часть тоже подаем немножко вперед. Уменьшаем немножко верхнюю вот эту часть. И челюсть немножко вот эту нижнюю. Чуть-чуть делаем как квадратный, что ли. Можно опять же флаттеном все это дело чуть-чуть дооформить. Смотрим снизу, как все это дело выглядит. Тоже можно все вот так вот сгладить. Здесь тоже подкорректировать. Эту часть приподнять.
и вот эту часть чуть-чуть припустить, а вот эту челюсть немножко она должна как углом быть. Эта часть уходит в эту сторону, и получается вот как бы угол вот так вот где-то. Нос теперь уходит чуть вперед, здесь он приподнимается, и вот где дуги вот эти подаются вперед тоже. Вот такой вот теперь получается лев. Так, смотрим сразу, что не так, а не так вот именно где глаза, вот здесь вот. Давайте тоже немножко докидаем, проводим вот так эту полосу. И подкидываем вот на эту часть массы. Немножко вот так. Во. И шифтом выглаживаем. Докидываем на морду немножко массы. Делаем ее вот здесь вот снизу. Чуть-чуть пошире и на углах. Вот. Теперь уже более-менее. И уводим вот эту часть, вот сюда вот так вот. Как типа мышцы тут идут, но в мультяшных их нету. Вот так вот. Так, смотрим, что тут с глазами. Добавляем вот эту часть мягкую. Носу вот так, и немножко ее можно под углом вот так вот флаттеном чуть-чуть сбить, и вот эту часть нос теперь дорезаем, вот эту часть вот тогда оформляем, и эту часть немножко уводим вот сюда вот так, обрезаем вот эту часть, делаем более углом вот так вот. И что еще можно сделать? Можно сверху тут еще докидать. Так, ну вот вроде что-то. Так, это есть дело. Ну и вот сюда немножко затылка докинем. Так. Докидаем ухо и немножко, опять же, так, интенсивности побольше. И вот так это все дело уведем. Чуть-чуть вомнем вглубь. Вот так вот. И немножко вот эти края приподнимем. Вот так вот. Ну и вот эту часть немножко тоже вот так доведем. Челюсть немножко тоже смотрим, оформляем. Так, угол сверху смотрим, что не так. Чуть-чуть уводим, чуть-чуть вот этот край сюда. Именно верхний подаем, а вот эту челюсть уводим еще подальше. Тогда она будет пухлее выглядеть, вот эту часть. И ухо чуть-чуть уводим вот туда.
Так, вот эту часть тоже немножко сплюснем переднюю. Так вот. Чтобы именно угол был такой. Здесь немножко тоже приоформим. Ну и еще с носом вот здесь вот можно поработать. Вот эту складку ему добавить. Вот так вот. И немножко ее выгладить. Так. А здесь именно складку ровно вот так. Чуть-чуть сгладить. Вот эта часть вот нехорошо выглядит тоже. Где глаз. Нужно ее немножко вперед подать. И немножко выгладить. Здесь будет вот такая тоже скос. Так, что еще там не так? Здесь немножко углубляем. Делаем подрезку под сам глаз. Вот так вот. И дооформляем именно глаз вот таким вот образом. Так, смотрим, где что потянуло. Надо это все дело убрать и немножко сделать глаз пухлым. Вот так вот. А эту часть чуть-чуть побольше кисть. Чуть-чуть увести. Так. Вот эту часть чуть-чуть вниз приподать. А вот эту часть чуть-чуть кверху. Ну вот. Выглаживаем. Смотрим теперь нижнюю губу. Вот эту можно ее немножко вот так вот подрезать и немножко кисточку поменьше и вот так все это дело дооформить. Вот так вот. И то же самое проделать с нижней частью. Вот таким вот образом. Так, вот эту часть тоже немножко доработаем. Вот вы видите, что она выпирает. Ее можно флаттеном немножко округлить вот так. Так, и немножко ее вот здесь вот. Вот так вот. Здесь, в принципе, должна идти вот такая вот штукенция, как паз. Вот можно его вот так вот вывести и немножко посильнее убрать, чтобы он не вырисовывался. И глаз вот здесь обрезать, отбить. А вот эту мягкую часть возле глаза тоже дооформить. Так. Немножко вот эту часть вовнутрь ввести. Вот так вот. А вот эту часть вытащить. Так, и немножко, наверное, вот здесь вот добросать. Именно вот здесь вот на глаз. Так, вроде симпатично уже. Так, вот эту часть можно тоже немножко отбить. Здесь вот так вот, да, кружку сделать. Здесь чуть-чуть вот так. И вот эту часть, вот где треугольник получился, его можно немножко вмять. Ставим инверсию и вот так все немножко вбиваем. И выглаживаем.
Ну вот, уже что-то. Так, нос, наверное, вот эту часть можно еще вверх приподнять. А вот эту часть чуть-чуть увести. Во. И добавить вот эту складку. Так вот, с инверсией. Здесь чуть-чуть ее прибрать. Кисточку чуть-чуть поменьше, интенсивность поменьше. И вот так вот еще. Thank you.